Те, кто организует, кто учредил, кто проводит уже много лет фестивали, посвященные искусству. Завершился 37-й Нуреевский фестиваль, и новая награда пришла из Москвы. Приз «Душа танца» на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Танченко получил директор театра имени Джалиля Рауф Аль-Мухаммедзянов. Приз учрежден журналом «Балет» с формулировкой «За вклад в развитие отечественного искусства танца». Наш фестиваль – самый старый фестиваль. То есть это один из первых фестивалей. Я вам скажу, это 1987 год. Свои чужие там и тут, нас эмигрантом и зовут, тех, у кого душа теперь наполовину. Имя Рудольфа Нуреева привлекает не в первый год носителей разных школ и традиций. Каноническая классика сменяется современными ритмами, а возле памятника всегда можно увидеть гостей праздника терпсихоры, которые несут свои традиции и исторические мотивы. Не так давно я услышала фразу «Надежда – это умение длить красоту во времени». И мне кажется, что в отношении балета традиция преемственности, вот той самой продолжения красоты во времени, она очень важна. И, конечно, для меня очень важно всегда, выходя на сцену, донести то, что сделали в зале мои педагоги. В моем случае я, на самом деле, с детства мечтал работать в Мариинском театре. Это желание появилось от того, что именно в этом театре были поставлены все те классические балеты, все шедевры мирового балета, которые по сей день идут в Мариинском театре и сохраняют свой первозданный вид.